Сегодня в Мажилисе состоялась встреча председателя палаты Кабибулы Джакупова с делегацией Европейского парламента, которую возглавляет Ивета Григуле. Зарубежные гости прибыли в нашу страну для участия в 13-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Республика Казахстан – Европейский Союз. Главной темой беседы стали вопросы развития казахстанско-европейского взаимодействия, а также роль парламентариев в установлении доверительного диалога. Отметив взаимовыгодный характер двусторонних отношений, Джакупов подчеркнул, что Евросоюз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером нашей страны. На долю европейских стран приходится почти половина казахстанского внешнеторгового оборота. Членам делегации Европарламента рассказали о казахстанских законах, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране. По словам собеседников, выходу отношений на новый уровень будет способствовать подписание расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве. По заверению Иветы Григуле, после того, как соглашение будет ратифицировано Европарламентом, члены делегации будут способствовать ратификации документа в национальных парламентах.